сейчас у нас следующая убойная вещь, она совсем как бы свежая. Вот, мы с удовольствием вам ее сыграем. Она называется, носит такое название «Мы едем к женщинам». Это она выражает состояние одного человека или более субъектов или супчиков, как вам будет угодно, которые едут к женщинам. У них уже все на базе. Их ждут, там они там курят сигаретки, там едут на машинке, то есть их ждут. Вот, мы вот пытаемся передать состояние именно в этой песне. Итак, «Мы едем к женщинам». Disco. Сегодня вечером нас ждет приятное. Шуршал газетами весенний ветерок. Чуть затемненное и необъятное висит над нами небо, звездный потолок. Мурчал моторами никелированный, колеса толстые, большой автомобиль. Мы улыбаемся, мы все раскованы, и льется музыка вокруг на пару миль. Мы едем к женщинам, они хорошие. Они нам смотрят в глаза, они рыдают нам вслед. А мы не бритые и заволошены. Взамен им дарим тепло и не бросаем тебе, не-не. 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 Объятия долгие, цветы душистые. Немного мягче стал хитиновый покров. Часы старинные с цепочкой длинною уже бим-бом пробили. Запал наш давно сухое дерево. В кабине хрустнула святого вида пляска. В пламени костра душой оттаяли. Попили вкусного, мы остаемся здесь. Возможно, до утра. Мы едем к женщинам, они хорошие. Они нам смотрят в глаза, они рыдают нам вслед. А мы не бредные и заволошены. Взамен им дарим тепло и не бросаем беде. Мы едем к женщинам, они хорошие. Они нам смотрят в глаза, они рыдают нам вслед. А мы не бредные и заволошены. Взамен им дарим тепло и не бросаем беде. Они нам смотрят в глаза, они рыдают нам вслед. А мы не приедем и заволошены. Взамен им дарим тепло и не бросаем тебе. Мы едем к женщинам, они хорошие. Они нам смотрят в глаза, они рыдают нам вслед. А мы не приедем и заволошены. Взамен им дарим тепло и не бросаем тебе. Мы едем к женщинам. Хорошие, а мы не бритые и заволошены. Очень нравится, отличная атмосфера, отличные люди, которые нас окружают, профессиональная команда работает. Респект.
замечательно.